Приближение шашлычного сезона отразилось прежде всего на сводке происшествий ГИБДД. На дорогах региона стало больше нетрезвых ездоков. В минувшие выходные за вождение под градусом задержаны 45 человек. Это видео сняли очевидцы. В воскресенье днем в областном центре у 3-й горбольницы автомобиль «Волга» зацепил «Приору». Обычное, казалось бы, ДТП. Необычным было дальнейшее поведение водителя. Выехал на газон и совершил наезд на дерево. Водитель автомобиля «Лада Приора» попытался вытащить водителя автомобиля «Волги», но, однако, тот включил заднюю передачу, выехал на дорогу и скрылся во дворовых территориях. Очевидцы сообщили о неадекватном ездоке госавтоинспекторам, патрулировавшим район. Водителей и пассажира «Волги» нашли в ближайшем дворе. Данные мужчины были задержаны, однако свою причастность к управлению автомобилем, а также к совершению дорожно-транспортного происшествия, они отрицали. Однако жители данного дома, а также подоспевшие к месту задержания граждане, опознали в данных мужчинах водителя и пассажира данного автомобиля. Оказалось, водитель мертвецки пьян. В его крови обнаружено 1,3 промилле алкоголя. Кроме того, выяснилось, что он уже не первый раз садится за руль в нетрезвом состоянии, уже был лишен водительского удостоверения. На водителя были составлены административные материалы по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях. Это управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и лишенным права управления транспортным средством. А также был составлен административный материал по части 2 статьи 12.27. Это оставление места дорожно-транспортного происшествия. В тот же день в Тиковском районе на автодороге Сакатово-Елховка-Поддыбье произошло еще одно пьяное ДТП. На этот раз с жертвами. Водитель ВАЗ-21099, он, как позже выяснилось, был под мухой, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. В результате данного ДТП водитель ВАЗа получен травм, скончался на месте ДТП. Пассажир автомобиля ВАЗ, мужчина 85-го года рождения, скончался в Тейковской центральной районной больнице через 3 часа после совершения ДТП. Пассажир ВАЗа, мужчина 88-го года рождения, и 4 пассажира в автомобиле Volkswagen доставлены в центральную районную больницу города Тейково. В весенне-летний период госавтоинспекция ужесточит контроль за нетрезвыми автомобилистами. Еженедельно во всех муниципалитетах будут проходить специализированные рейды. Напоминаем жителям региона, если вы стали свидетелем управления автомобильным водителем в состоянии опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС, либо в дежурную часть ГИБДД по телефонам 30 44 35 32 50 38. Также разместить информацию о нетрезвом ездоке можно в мессенджере Viber. Одно сообщение не только остановит нетрезвого ездока, но и спасет людей, которые, возможно, оказались бы на его пути. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.